Сегодня у нас 18 июля 2016 года. Поселок Потеряевка. Мы пришли тут Вик Николаевичу Савченко. Он нас пригласил собрать иргу с ребятишками. Вот желающие собрались. Вот Неста, Вика, Алексей, Александр и Рося. Он стоит на бочке. Вика, Неста. Вот. Я так на месте. Ирги, конечно, немного уже. Птицы успели вихрушки поклевать все. Сейчас посмотрим, чем занимается сам хозяин Вик Николаевич. Вот его усадьба все. Это погреб хороший остался от бывших хозяев. Вот курочки. Вот Вик Николаевич трудится. Проводит. Боже, сейчас позвонила, отцу плохо. Плохо, да? Совсем, он уже задыхается. Угу. Так что это, я в яме сижу, а она до меня не может дозвониться. Она может тебе позвонить. Ладно. Ну что, может, спасибо. Молиться надо сейчас или нет? Ну, помолись с ним. Я-то помолился отдельно. А Игнатий Тихович сообщил. Может, с ребятишкой. А Игнатий Тихович уехал то? А я не знаю. Не был, да? На пруду. А, я думал, он здесь. Ему. Я думал, он здесь. Ну вот, такое дело. Может, придется ехать хоронить скоро. Вот, я уже дошел до этих... Ну там видно, он насыпал все там, что у него было с мусором. Угу. Хозяин тут был души. Хочу пробиться туда, под пол залезть, там канализацию монтировать, а здесь трубы будут выходить. Угу. Бог помощь тебе, брат. Слава Богу за все.